Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет трешачок. Как видите, камешков у меня немножко подкопилось. И на китайке понизили количество камней на роллинг. Раньше было 20, сейчас уже 14. Можно попробовать что-то интересное вытащить. Вот такие вот у нас герои сегодня. В принципе, посмотрите, сколько дают осколков командоры, аж целых 50. На английском там, по-моему, меньше, если не ошибаюсь. Вольт 30. Ну, огник десятка, это стандарт. Некрос у нас по десятке, там здесь 15. Ну и, в общем, можно выловить нормальных героев. Верхний ряд полностью это героя, получается, по одному можно словить. Но самое интересное, посмотреть, сколько же мы сегодня сможем вытащить огнекрылов отсюда, осколков. Ну, скорее всего, штук 30-40. Окей, поехали, посмотрим. Сразу же падает капитан Рогатка, прям целый, офигеть. Прикольненько. Рибит целый. Фрейка. Афинка, Бигфут, ну 50 осколков дают, 4, вот половину Афины уже собрали, половина Фрейи, офигеть, половина Бигфута, 15 осколков Некроса, ну в принципе неплохо, а вот вам и Огник, десяточка. Асура, второй Рибит, Вольт. Ну, как видите, отсюда реально вообще Некрос падает. Неплохо даже. Так, Афинка тоже уже. Бигфут собрали целого. Даже больше, чем целого. Ну, как видите, и Фрейкова подходит. Шансы очень-очень неплохие. Афинку собрали. Седна. Так, Асура, Фрейю собрали. Неплохо, неплохо. Мне это нравится. Опять капитан Рогатка. 45 осколков Некроса. Неплохо. Махатма 50. Еще раз. Вольтик 60, если не ошибаюсь. Вот целая Махатма, уже полторы собрали. Офигеть. Вот это акция кайфовая. Раз зашел и все героев поубивал, которых надо. И не паришься над трендовыми, над шансами. А, получишь ты его или нет. Так, Седна. Ну, Асурика мы тоже уже по сути собрали. И Седну. Рейка. Вот еще вторая Махатма скоро будет. По-моему, 90, если не ошибаюсь. Третий раз он падает. Рибит. Такое ощущение, что они по кругу как-то падают. Ну, Огника, кстати, немного мы собрали. Только десяточку. Вот 120 вольта. Целый Асура упал, фига себе. Махатма собрана еще разок. Вот и наконец-то Бугимена вытащили. А вот, кстати, Командора, как видите, падает очень-очень-очень редко. Уже 180. Ну, в принципе, еще один разок, и уже вольт у нас будет отсюда собран. 60 осколков Некроса. Офигеть. Целая заклинательница. Ну, вот вольтика мы уже собрали осколками целого. Так, Бугимен, по-моему, второй раз у нас падает. Интересно, интересно.
ну, целый Bigfoot, Вольт уже идет дальше. Наверное, по-моему, больше всего целых это Риббитов упало. Асура еще один. Махатма. Вот получается, последние герои падают хуже всего. Это Бугимен, и Командора мы так и не выбили. А вот Вольт падает полным ходом. Так, что, 75 осколков уже. Вольта я уже даже не считаю. Походу будет скоро второй у нас собран. Да, офигеть. Вот еще один Буги. А вот, ну вот, тоже 100% уже Бугимена собрали. Вот Командора еще у нас нету. И Огнекрыл падает реально очень плохо. А Вольт сыпет полным ходом. Так, 90. Половинку почти собрали от Некроса. Да, не знаю, сколько я тут уже вольтов получил, но походу дофига. Вот, наконец-то. Наконец-то мы словили Командору. Только четвертую часть, правда. Сколько у нас ушло? Ну, почти мы уже потратили 2/3, в принципе. Так, это немножко не тот роллинг. Поехали дальше. Половина. Вот так вот половинку словили, уже неплохо. Так, Буги. 5 осколков всего. Ну, не так уж и много. Поехали дальше. Рейка. Да, видите, Огники и Командора. Потом Бугимен. То есть они в такой последовательности падают. Очень фигово. Все остальные, в принципе, сыпят полным ходом. Ну, половину, хотя бы половинку Некроса собрали. Что-то не посмотрел. Целого Бугимена нету. А возможно и целого выбили, я что-то не посмотрел. Напишите потом в комментариях, скажите, был целый или нет. Мне вроде показалось, что мы целого вытащили. Еще 10, 25. Ну, в принципе, относительно, если добить надо, но опять же, о, ничего себе посыпало. Рицарик уже 30 осколков собрали. Учитывая это то, что доп акция, в принципе, довольно-таки неплохо. Отсюда можно действительно собрать офигенных героев. Ну, как офигенных, топовых. Вот такие самые. Анубиса только что-то я не вижу. Фига себе. Вот это Огнекрылом нападало. Так, ну, половина Некроса есть. 105 осколков. И 40, по-моему, от Огника. Неплохо, неплохо. 45. Ничего себе, 50. Вот четвертую часть от Огнекрыла собрали. Еще один Бугимен. Еще Махатма, ничего себе, под конец прям. И Риббита дали. Нифига себе, 120 осколков. Еще целая Махатма. Да, вот это, конечно, роллинг. И вот под конец еще Бугимен. Ну, что могу сказать? Китайцы красавчики. Реально, учитывая то, сколько мы чего получили, смотрите, у меня уже собралось
Наконец-то собралась она. Так, смотрим, что по осколкам Махатмы. 7 огнекрылов. Рейки тоже, кстати, дофигища навыбивали. Вот накросы пошли, почти 7 штук. У нас тут еще такое интересное. Анубисы, но анубисы в этот раз не падают. Вольты насыпали с перепугу. Ну, остальные это уже мелкие их, они сундучков их особо. Я тут не тащил. Неплохо. Ну, учитывая то, что эта акция там бывает раз в неделю и она идет как до. Очень-очень даже неплохо. Рогатку, Бугимена, Бигфута, Асуру. Мы, в принципе, всех вот этих героев вытащили по одному верхний ряд. И нам упали все осколки. Командору мы только половину собрали, и Бугимена мы собрали. Четверть Огника, Некроса больше половины. Ну, всех остальных мы тоже пособирали по осколкам. Конечно, осколков было много, но, как видите, шансы довольно-таки неплохие. То есть для того, чтобы собрать Некроса, ой, точнее, Некроса, да, надо в 2 раза больше, там 1005, наверное, осколков. Чтобы собрать Огника, надо там свыше 10 тысяч, и то не факт, это как повезет. Но остальных всех героев вы отсюда вытащите, добьете там нужные осколки, в принципе, без проблем. Вот так вот, такой вот был роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите дальше открытия сундучков, точнее, мешков Огнекрыла. Всем удачи, всем пока.